Совсем новое стихотворение, а затем перейду к тем, которые есть в моей книжке «Моя молодость», которую можно сегодня приобрести, кто хочет. Но пока стихотворение про метро. Или не про метро, как кто поймет. Поезд дальше не едет. Покиньте вагон. Отойдите подальше от края платформы. На табличке читайте, прохода здесь нет. Переход всем привычный, попал под запрет. Два пути с эскалатора, вправо и влево, что один, что другой, для меня стал неверный. Доставляют в тупик, что один, что другой, разных два направления на кольцевой. Указатели строгие, всюду повисли. Голоса из динамиков давят на мысли. Не послушайся их и задавят толпой. Для одних ты дурак, для других ты герой. От войны двух потоков спасаясь на время, я метро угоняю из тесных тоннелей. Не укажут на карте мой собственный путь. Не последовал, чтобы за мной кто-нибудь. Не разрушилась, чтобы большая система, чтоб толпа разделялась направо-налево. И не понял никто, что итоги войны, кто бы ни победил, проигравшие мы.